История с счастливым концом, скандал с детским городком Усть-Катаве разрешился спустя почти год. В конце прошлого лета в одном из дворов управляющей компании проводила ремонт теплотрассы и демонтировала старые горские качели, а вот установка новых плавно не входила. Сейчас двор дома номер 17 на втором микрорайоне Визитак, современные качели, турнистные горки, а мы еще в августе прошлого года это место было не узнать. Волжение, грязь, выкорчеванные деревянные качели и лавочки. Для того, чтобы преобразить игровое пространство, жители дома обратились в главе города и провели собрание собственников. У нас 51% дал добро, поэтому остальным 49% пришлось и придется платить за городок. Эта часть мало, я считаю, по крайней мере, для нас это малая часть и малое вложение. То есть 400 тысяч и 100 тысяч от жителей, я считаю, что это очень даже неплохо. Если городок установили на условиях 20% софинансирования, 400 тысяч рублей направили из федерального областного местного бюджета, еще 100 собрали жильцы дома. Дровоплощадку установил проверенный подрядчик по программе формирования городской среды. Уже больше 10 лет мы с ним работаем. Он делает очень хорошее, качественное оборудование, которое поставляет из Санкт-Петербурга. То есть там все края безопасные, там все болтики, гаечки закрытые, так что ребенку просто не потравмироваться. Нам это, в принципе, необходимо, а детям это очень здорово и приятно. Также мы под каждый городок в этом году устанавливали, засыпали песочные основания. Кроме того, в этом году в Усть-Катаве планируется установка еще нескольких городков на общую сумму 3,5 миллиона рублей.